Мы благодарны губернатору Камчатского края, зампредседателю правительства Смирнову Тимофею Юрьевичу, который приехал, оценил все, что здесь сделано, осмотрел и все-таки доложил о том, что детский сад готов к тому, чтобы начать его эксплуатацию. Мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы детям нашим здесь было комфортно, уютно и тепло.